буквы «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. В самых сложных ситуациях носитель имени всегда умеет сохранять спокойствие и трезвый рассудок. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Некоторым людям носитель этого имени кажется слишком эгоистичным и авторитарным. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Этому имени свойственно иметь свое собственное мнение по любым вопросам и максимально его проявлять, не придерживаясь при этом никаких фирменных шаблонов. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.